Всем привет садоводам, огородникам, дачникам. Друзья, сегодня хочу показать, вот по-быстренькому рассказать. Может, кто не знает, ну, кто знает, а кто не знает, так сказать, для новичков. Это ремонтантная малина, это не летняя, это ремонтантная. Я ее осенью не обрезаю. Я ее осенью не обрезаю. Некоторые садоводы обрезают полностью. И затем, сейчас покажу. Вот эти вот молоденькие, все они, значит, весной выходят, но я не обрезаю. Я, значит, не обрезаю. Вот я жду весны и затем вот смотрю. Весной произвожу обрезку. Вот у нас идут зеленые почки. Идут. И вот здесь они заканчиваются. Все. И вот где-то на этом месте надо обрезать. Все. Обрезать. Все вот эти сухие верхушечки. Вот у меня малины было вот столько, что я ее даже не собирала. Очень урожайная малина, ремонтантная, плодоносит до конца ноября у нас практически на юге. Вот смотрите, идет стволик, идут вот зеленые почки, побеги. Вот все, вот здесь останавливается. И вот в этом месте надо обрезать. Все. Все. Также, значит, вот идут веточка, еще раз покажу, идут. И вот здесь останавливается. Все. И здесь обрезаем. Все. Здесь я уже высыпала куриный навоз, куриный помет, так как я чистила курятник. И вот здесь сейчас я его раскидаю. Кстати, и вот эти прошлогодние, все вот эти прошлогодние тоже надо удалять весной. Ну вот сейчас я это все буду делать. Вот так вот почищу малину. Я весной это не делаю, я делаю, ой, осенью я это делаю весной, так как уже будет по самой веточке видно, до какого момента она живая. Вот здесь тоже. Все. Так, сейчас мы все приведем в порядок. Затем вот этот навоз я здесь внутри рассыплю. И у меня всегда под малиной лежит вода. Малина очень любит навоз и воду. И вот сейчас мы это все старое уберем. Так что вот так, друзья, надо поступать с малиной весной. Вот сейчас начало апреля. Какое число, не помню. И сейчас. Так что, друзья, сажайте малину и ухаживайте за ней. И у вас всегда будет... Кстати, ремонтантная лучше намного, чем вот просто летняя. Мне она больше нравится. Ну, всем пока. Удачного дня. Обрезайте правильно малину. Пока-пока. Ну вот еще немножко напоследок хочу показать. Вот, значит, как половинку я уже как прочистила. Вот сразу уже видно, как лес, значит, исчез. Вот все молоденькие остались. Вот все молоденькие, лишние прошлогодние все удалились. И вот так красиво, конечно, получается. Вот это вот сами молоденькие выходят. Я, так сказать, не привязываю. Давай, проходи. Свою малину не делаю вот так вот. Она у меня в свободном плавании. Так вот полянка и растет. И я ее спокойно, значит, она у меня вот сюда немножко в бок мигрирует. Вот каждый год немножко вот так сюда сама разрастается. Сажала буквально одну-две веточки этой малинки. И вот как ремонтантная малина, вот весной. Она сама хорошо, значит, выходит, размножается. Вот прекрасные всходики. Я ей разрешаю спокойно сюда идти в бок. И вот так она у меня разрастается. Очень урожайная малина. Название не знаю. Я знаю, что какие-то существуют там определенные какие-то названия у них. Но я свою не знаю, очень крупная. Потом, когда будет урожай. Единственное, я хочу сказать, что малина любит воду. У меня всегда лежит вода здесь, вот шланги. И поймет органику. Ну, вот такие дела. Вот такая прекрасная малина. Ну, всем пока. Удачного дня. Такую кучу я вот обрезала. Свои малины. Здесь и верхушечки, которые сухие, и прошлогодние веточки.
Вот так вот. Сейчас поеду, я вывезу. И, кстати, еще хочу показать крапива. Вот у нас уже какая прекрасная молоденькая. Сейчас еще недельку подрастет. И потом покажу, как я делаю свою бродилку из крапивы. Крапива больше всего содержит азота. Как раз, когда начнутся все высаживания наших этих, блин, рассады нашей. И вот как раз уже к этому моменту я покажу, как я готовлю свою зеленую бродилочку. Азотное удобрение. Вот она уже начала расти, прекрасная крапива. Ну, на этом все, пока. Друзья, ну вот посмотрите, как после обрезки малина сразу буквально вот так на глазах оживает. Потому что все вот верхушечки все убрались сухие. Все убрались прошлогодние сухие веточки. И вот буквально сразу же на глазах вот так вот она сразу выпускает листики. Так что обязательно вовремя весной надо малину вот так вот обрезать. Обрезать, полить и подкормить. Не забывайте, друзья, малина очень любит воду. Очень любит воду. Вот так вот она у меня поляночкой растет. Я ее не подвязываю никогда. Она не так высокая. И всегда я ее поливаю. И куриным или коровьим навозом всегда удобряю. Ну, и вы всегда будете с богатым урожаем. Ну, пока-пока. Обрезайте вовремя малину.